Нет. Розовый шарик, не подходи, здесь колючки. Нет. Всем привет, ребятки, меня зовут Спуди-Дуди-Ду, и это новое приключение красного шарика со своей возлюбленной розовой шариком. Так, и мы вместе с ней сейчас будем тут путешествовать. А ну-ка, привет, подружка. Давай я тебя скачу. Ой, ты будешь за мной сегодня прыгать? Слушай, давай соберем вот эти монетки все так. Хоп. Так, а кто это такой? Подожди, куда оно меня катит? Так. Ого. Смотри, у нас появился с тобой маленький детеныш-помощничек. И он сейчас пособирает всех шариков. Так, ну хватит за мной бегать. Ну, я знаю то, что ты от меня никуда не убежишь. Но у меня есть дело поважнее. Это найти то, что здесь может быть рядышком. Так, это нам сюда, но мы пока что сюда не пойдем. У нас тут еще есть куча всего. Так, у нас появилась новая какая-то способность интересная. Так, ну-ка давай. Да куда ж ты падаешь? У меня там еще одна монетка осталась. Так, а теперь давай попробуем эту стенку бабахнуть. Ой, ребятки, это были мины? Ого, прикольно. У нас тут какой-то скрытый уровень. Я вижу этот камень. И что он делает? Он, наверное, должен был как-то лопнуть или что? Так, а это что за штука? Тут какая-то кнопочка. Так. Вау, смотрите, сколько монеток тут поехало, ребятки. Так, а что это такое? Это инопланетные тарелки, на которых можно улететь. Что они тут делают? Я там вижу инопланетянчика какого-то. Ну-ка, давайте сейчас его мины наши подорвем и спустимся вниз. Так, я надеюсь, они меня не съедят. Что это такое? Так, какой-то, смотрите, конвейер. Куда он ведет? Все, тут больше нету никаких скрытых путей. Так, стоп, почему мы не можем вылезти теперь? Так, я сейчас кучу мин. А, только бы нам не подорваться. А как нам теперь залезть? Наверное, по вот этим вот так тихо ступенькам. Бомба у нас взорвала. Так. И давайте этот камень туда огромный скатим. Так, только он тут что-то застрял. Ой, мои бомбочки закончились, ребятки. Но ничего страшного, зато мы все собрали и прошли, ребята, первый уровень. Давай, розовый шарик, отправляемся с тобой дальше. Так, что у нас там дальше? 3 звездочки мы с вами получили. И тут что-то будет более-менее интересное. Так, розовому шарику, то есть моей подружке, нужно вон туда вниз. Мы, конечно, можем скинуть этот ящик, но это будет не так уж и интересно. Да? Поэтому мы придумаем что-то пооригинальнее. Так, что бы это может быть? Да я тебя за собой не звал, но зачем ты за мной прыгаешь, да? Так, а что у нас там внизу? Давайте попробуем. Щит. А почему не сработал щит? Я думал, у нас получится. Так, ну все, мы теперь не будем брать этого шарика, потому что она нам мешает. Зато у нас есть щиток. Так. Есть вот эта вот штука. Ну давайте мы сначала тут собираем монетки все. И теперь двинем уже этот ящичек. Так, а ну-ка двигайся. Так, отходите, мадам. Все, она отошла. Я ее пока что брать не буду, потому что, ребятки, она нам мешает. Хотя... ну не знаю, она просто может попасть в эти колючки. Неужели мне придется ее взять? Ладно, ребят, давайте ее возьмем. Так. Эй, пойдем со мной. Все, ребятки, она пошла. Так, а что здесь? А я не хочу на те колючки попадаться. Давайте, возможно, этот ящик подвигаем. Нет. Розовый шарик, не подходи, здесь колючки. Нет. Что с ней? Она, ребята, попала в колючки. Ты чего? Я тебя спасу. Так, все заново придется. Мы чуть не потеряли нашу подружку, ну ничего. Сейчас мы что-нибудь, ребятки, сами точно придумаем. Так, а ну-ка, давайте сначала
этот ящичек сюда передвинем. Оп. Так, все, передвинули ящичек. И теперь тут надо забрать монетки. Так. Ой, а как мы теперь до нее доберемся? Как мы теперь до нее доберемся? Так, 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 так. Ого! Вот это мы свалились. Хорошо. Так. Все, иди сюда. Пойдем со мной. Так, пойдем со мной. Тут есть точно проход. Ну ты где? Ну что ты там так долго прыгаешь? Давай уже откроем с тобой эту дверь. Все, мы открыли дверь. Так, это что тут за такое? Ух ты, она сюда не залезет, что ли? Прикольно. Так, а тут можно спуститься? Ой, как тут страшно. А эти шипы, они, наверное... Ребятки, опасно сюда идти. Что? Вот поэтому сюда не нужно было идти, ребята. Нет, это было ужасно. Так, вот мы с ней пробрались. Только не упрыгивай, пожалуйста. Давай, смотри, вниз с тобой скатимся. Любовь, ты моя. Так, ты хочешь монетки собрать? Ну, давай попробуем. Так, ты мне прямо помогаешь в этом. А ну-ка, дай-ка я тебя отпрыгну. Ты стой, ты, ну чё ж ты делаешь? Все. Давай я тебя теперь доставлю в это укромное местечко. И мы прошли, ребятки, уровень. Вот такая у нас получилась приключение. Я надеюсь, вам оно понравилось. И вас еще ждет очень много интересных серий. Всем, ребятки, спасибо и всем пока-пока.